Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам о людях непростой судьбы. Самая неразлучная пара нашего шоу-бизнеса начинала, как и все звезды российской эстрады, на Украине. 2005 год. Вере удается то, что никогда не удавалось Андрею. Тем временем график у Верки становится все жестче. Их отношения заходят в тупик. После исполнения песни «Russian Goodbye» Веру запрещают в России. Горе вновь объединяет их, и они прощают друг другу все.